Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня будем играть в игру. Там следующие 15 играем на карте. Просто квашено, ребята. Говорил, что 10 часов, ребята. Баллон стоит. Пропан. Пропан, можно сказать. Баллон. Пропан. Кстати, ребята, всех поздравляю с... с 1 сентября. Всех поздравляю с 1 сентября. Ребята, желаю в школе хороших оценок. И кто на работу пошел? Чтобы хорошо, хорошие деньги получали бы. Желаю бы это всем. Поздравляю всех с 1 сентября. Вот, ребята. Так. Надо начинать сеять. Сеять. Самотек. Так, сейчас будем сеять. А где сеять надо, не так. Газончика такого интересного. Где или нет? Разные. Так, семена. Это все. Типа. Ага, удобрение. Вот, ребята, ну все, вернулся. Так, ребята, поедем сейчас. Надо поглядеть в стелку, смотреть, где заправить его. Что это так, друзья? Кстати, я сегодня был в магазин, смотрел компьютера. И есть один компьютер Asus. Как у меня люди, я живу, лето мне евро. 569 евро компьютер. Это так не такой, ну, мощный довольно. Мне понравилось, что он хоть и не главой, но и видеокарта, знаете сколько? Мне NVIDIA 940M, ребята. Вот тогда, ребята, не смотрите, что они выбрали. Это мощно. Тогда будем это... Это что? Может, в высшем качестве, ребята. Как-то зашибись, ребята, было. Если я набью. Еще собираю денег, ребята. Ну, ребята, не так быстро все. Собираю пока деньги. Это что-то помощнее, чем у меня есть этот. Это будет смотреть. Это помощнее такого. Ты можешь, не все можно видеть. Больше ничего. Мне надо мощь только, как будто весь. Чтобы мы с вами могли бы спокойно стримить без лагов всяких. Качество, ребята.
Ну, тогда будем донат делать. Если будет много подписчиков на велосипеде. Или не называться, будем тогда так. Значит, надо донат делать. Потом. Что не стоит? Сам не хочу, не стоит доната. Пока мяс. Донат делать надо будет. Деньги будете мне давать. Тогда, ребята. Ну что, ребята, тогда будем работать, ребята, с вами. Насчет качества стримов, ребята, насчет всего этого. Не понимаю, не надо покупать эту херню. Буду ездить, ездить, ничего не найду. А, покупать, подождите, покупать уже. Ну, ребята, так работает, мне так хочется. Еще денег собираю, так что же, я же не разовусь, ребята, на этом всем. Понятно, что мне хочется, ребята, ну ничего. Я, ребята, теплю человек. Может, будет уже, вот даже на это. Ман, газ, газончик. Так. Разное. Так. Не могу понять, это только она что делает, этот бот. Подождите. Это си. Не знаю даже, что она делает. Одобрение может быть. Ай, не знаю. Вообще, кредит это никак не свободно. Я не знаю, надо что делать. В принципе. Мультфу, ребята, брать. Пять тысяч сколько? 1000. Отдать эти 11 000. Попробуем взять. Итак. Не знаю, где и пока есть. Я не брал бы кредит, но, ребята. Так сейчас все будут нам так мучиться. Ну, посмотрите. Чтобы фигня где мотаться будет, вы не даже не думайте. Такой. И где бы мотаться. Навоз. Купить эту херню. Что в газоне не нем все что такого филетово в нем интересный прицепчик. Сейчас вот эта красота наших полей. Одобрение, ё-моё. Только будем с кобой двигать. Это вообще офигеть. Не может быть что-то одобрение только. Наверное, одобрение будет. Столько долго. Наверное. Блин. Сейчас посмотрим, позволяет ли мне. А, он упадет. Ну, давай, только будет одобрение пускай. Ко мне держать, чем я пока не буду знать.
Нет. Я так. Что я говорил? Подтянет, надо подумать. На газончик подтянет, а? Поплыву. Какой так на поле просто ехал? Так, это тогда... На поле надо. Вот, ребят, звучение в это проехал. Трактор очень такой. Это колеса поднимаются. Что делать, мои такие дурные? Не понимаю. Может, это будет какой-то. Что, мне продавать? Почему такой интернет 2000 столько? Он за мамой, блять, хуй. Ошибись, да? Погнулся, какие тракторы лучше купить? Это повода, наверное. Блять, это не говно, не трактор. Ой, какое говнище. Понял. Какой такой, блядь. И то лучше, чем этот говно. Помощнее, типа. А чему ты поднимаешь? Будь его продать. Так, что тут принесет? Потянуть. Ошибки, да? Сейчас надо подцепить и тягать. Че, на тягаче, ё-мё. Силку
красиво, красиво. Красота, ребята. Нет, для полезных работ он нормальный. Дыбы ставь. Не. Не надо резко гоняться только. Как не вылетел. Арнгона. Thank you.
Ага, пускай будет. Вот так можно. Если правильно уметь работать. Ну вот, как-то так. Можно потерпеть этот трак, надо привлекать в зону. А мама поднимает как-то. Ну, значит, мы работаем, не так долго, где так как-то. Ну, да, так не нужно. Так мне не нравится, правда, узнаю. Хотел бы продавать. И честно, с таким мучением, ребята. Как и делаем.
Это какой-то ужас, ребята. Не трактор. Ребята, как-то много так делать надо. Когда-то я задолбался немного, признаюсь. Ё-моё! Неужели я выдаюсь? Надо мне... Сеять работал. Так уж за него поле этого сделали. Пускай надо, пускай работает.
Да, ребята, давай там, что вы хотите. Ставить торец, ребята, что вы нахотите из него? Этот поле уже дадим. Этот я не буду подавать точно. Это на хороший трактор, да. Такой поменьше, но. Там даже у нас колеса. Неудобно вообще. Видели ты только что, как он работает, неудобно, в принципе. Работает он. Неудобно он работает. Нахер его жить. Да, ребята. Я сейчас поеду подам. Надо все работаем, знаете. Ужасен, ребята. Что с не так? Ужас. Почему такой нейтан? Два только. Не купим это. Что на баба сразу все. Классненький. Он работает. Ничего, как-нибудь, как-нибудь. Выгнем. Делаешь. А за чего тебе деньги плачу, а? Зашибись, а? Комбайн тогда отгоним пока. Больше никакой там популяции нет. Нету. Ну ничего, жаль, это нету. Жаль, что нету. Сейчас загоним его, ставим. Это будет 20. Работает. Камес.
руками свободен, ребята. Все наши Нива. А может, не буду подавать. Фига. Пускай будет. Пригодится. Только плохо нам что-то вести там. Едет, ребята, я познаю себя, да. Честно, как работает, вроде нормально. Он мог тяжело управлять, конечно, ему так тут легко, видите. Там надо так поджать очень сильно. А тут, в принципе, легко. Там надо поджать ее немножко. Вот что мне нравится. Как-то тяжело очень ездить на этом, тракторе. Это, в принципе, как... На тракторе, да. Я сразу чувствую облегчение, что это уже... Насчет стрима. Стримов пока, ребята, не будет. Даже, ребята, не думайте, что стримы будут уже. Чтобы знали потом, что почему стримов нету. Пока их не будет, ребята. Вот так как-то. Пока их не будет. Как косячит, ну? Работает он, что ли? Не знаю, как он работает. Тут пропуск. Тут нет. Не выпуск. А еще тут пропуск опять. Тут опять. Давайте их на их обошлись разъехать вот это. Да. Да, ребята. Сегодня надо засеять. Точно. Тогда, ребята, сейчас я поставлю на паузу. Как засеять до конца уже снимать, тогда... Или тогда я включу. Хорошо? Да. Ну вот, ребята, я засеял. Поле уже. Все эти... Это были... Все убрал. В общем, я покажу вам все. Всем уже поле засели. Когда нижние там пропуски. Все пропуски, это были почти заделаны. Может, не все. Ну, все почти заделал, которые видел. Вот, ребята, это вот так. Ну что, ребята? Ребята. Все засеять, кто бы это не делал. Ну вот, ребята. На этом будем заканчивать. Увидимся в другой серии, продолжим. Всем пока. Всем пока!